Это золотая бутса, третья в карьере Криштиану Роналду. 29-летний нападающий Реал Мадрида в среду получил приз по итогам сезона, в ходе которого он забил 31 гол. Обладателем награды становится лучший бомбардир европейских чемпионатов. Но Роналду мечтает о большем. «Я не хочу быть просто лучшим футболистом Португалии. Я хочу стать лучшим футболистом мира и буду работать на это. Я хочу стать самым лучшим. Это моя цель». В этом году награду также вручили форварду Барселоны Луису Суаресу, автору такого же количества голов. Свою первую бутсу Роналду получил в 2008 году, будучи нападающим Манчестер Юнайтед, а вторую в 2011. Тогда он уже играл за Реал Мадрид.